национальную сборную Казахстана по футзалу. Ребята порадовали всю страну. Не просто достойно выступить на чемпионате Европы в Сербии, а произведя урок, став главными, я бы сказал, триумфаторами данного чемпионата. Ребята впервые пробились на Евро, и это позволило не только выбиться из группы, но и привезти бронзовую медаль. Радость это охватила буквально, я могу сказать, в прямом смысле, всю нашу страну, во всех уголках нашей страны. Ребята ждали этого успеха, смотрели ночью, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, болели, переживали. Я хочу поблагодарить весь коллектив нашей национальной сборной, в первую очередь, конечно, главного тренера господина Какао, наших ребят, которые самоотверженно, вот мне президент ассоциации футзала оттуда звонил и рассказывал, что буквально на уколах играли ребята, все буквально, каждый был из них травмирован. Я не могу не отметить, конечно, игру нашего замечательного вратаря Игиты, который стал, его игра стала открытием на этом чемпионате, и многие вратари, я слышал, отмечали, как он играет, играет у него свой особый стиль. Ну, нельзя не сказать о наших ребятах, и о Дугласе, и о Лео, о наших ребятах, Синамане, Камангулы. Каждого хочу отметить, всю нашу сборную, поздравить всю нашу страну с этим замечательным успехом. И, конечно же, мы ждем теперь все с нетерпением игр нашей сборной со сборной Польши, с тем, чтобы в сентябре вся наша страна болела за наших ребят в Колумбии. Поэтому еще раз хочу поблагодарить нашу сборную, поблагодарить руководство ассоциации футзала. Не могу не отметить, конечно, личный вклад господина Кайрата Оразбекова в эту победу. Лично господину Льву Киму хочу, президенту ассоциации футзала, выразить свою благодарность. Поблагодарить всех наших болельщиков, которые вот сегодня, несмотря на столь ранний час, пришли сюда и встречают наших героев, героев нашей страны сегодня. Поздравляю всех нас с этой замечательной бронзовой медалью, которая золотым отливом, без привлечения могу это сказать. Всем спасибо большое.